19 января православные христиане отмечают один из главных церковных праздников – Крещение Господня. Традиционно праздник широко отмечается в Ульяновской области. Обряды богослужения и божественные литургии прошли более чем в 90 церквях, храмах, монастырях, молельных домах региона. В обеспечении безопасности задействованы сотрудники полиции, Росгвардии, МЧС, народные дружинники и казаки. Палатка для вашего удобства, для того, чтобы вы могли переодеться. Переодеваться на береговой линии не нужно. Крайние две лестницы, они предназначены для схода. Центральная лестница для выхода. Тысячи верующих совершили обряд омовения. За несколько дней до крещения в городе было определено 4 места для купания. В купелях в селах Арска и Погребы, а также в прорубях и орданях на прудах поселков Белый Ключ и Плодовый. Все места оборудовано кораблями безопасности, удобными сходами. Также выставлены пункты обогрева, сделано дополнительное освещение. В этих местах дежурят спасатели, полиция, медики. Из-за неоднородного состояния льда на Свияге и сброса воды в Куйбышевском водохранилище ряд традиционных мест для купания были закрыты для посещения. Речь идет о местах на Свияге, около Улгу и автомеханического техникума, и в Заволжском районе, в парках 40 лет ВЛКСМ и около кафе «Роза ветров». Весь день там организовано дежурство спасателей и экипажей ГИБДД, которые дают разъяснительную информацию жителям. До купелей ульяновцы могли добраться на общественном транспорте, который курсировал с интервалом в 20 минут.